День добрый! Сегодня снова у нас 27 марта. Зайдем в Карл Лагерфельд. Есть акция сейчас хорошая, минус 30% на новую коллекцию. И привезли очень много вещей из мужской коллекции. Пойдемте, все покажем, все расскажем. Вот эта акция. То есть при общей покупке от 200 евро 20%, при общей покупке от 300 евро 30% скидка. Не входит коллекция «Коктейль». То есть коллекция «Коктейль» — это самая популярная коллекция Карла Лагерфельда. Но опять же, есть исключения, и некоторые модели сумок и мужской, и женской обуви входят в эту акцию. И тоже будет на коллекцию «Коктейль» минус 30%. Сейчас все это покажем. Опять же, не надо каждому человеку собирать нам на 300 евро. Нет, мы все заказы объединяем в один общий чек, выкупаем разом, и у всех будет скидка минус 30%. Я надеюсь, всем это понятно. Вот это весь стенд, вся стена до конца, это мужская коллекция. То есть очень много сейчас мужской коллекции, очень много. Все вот это женская. Ну, давайте, пойдем по порядку. Это все новая коллекция, ни разу еще в этом году не показывали Карлу. В прошлой коллекции вообще ничего не осталось. Свитшотик. ХБ 100%, цена 119 евро. И минус 30% от этой цены, не забываем. Если кому-то что-то понравится отдельно, там фотографии, пожалуйста, все это присылайте на WhatsApp. Плюс 34-633-644-944. Футболка из этой же коллекции. Как она называется, сейчас посмотрим. Скорее всего, 59 евро футболочка. Да, 59 евро. И минус 30%. Коллекция Letterprint. Письмо. Коллекция письмо. 59 евро. Белая, классическая, с вышивкой. Это все женский модель, напоминаю. 69 евро. А, это лонгслив. 69 евро и минус 30%. Такая же футболка в черном цвете, 59 евро, не буду раскрывать ее, 59 евро и минус 30%, 59 евро, джинсы, такие широкие, по цене. Цены нет. Здесь цены нет. Сейчас посмотрим другую модельку. 129 евро. 129 евро. Были 229 евро. 129 евро и минус 30% от этой цены. Ну и шортики из этой коллекции. Вообще актуально для лета сейчас. По цене 89 евро. И минус 30%. Идем дальше. Так, это тоже, скорее всего, лонгслив. А нет, кстати, такая футболочка. Вот с такой на спине вставкой. Все это новая коллекция. Повторюсь, раньше в видеообзорах мы это не показывали. 79 евро. И минус 30%. Вот вся вот эта тоже коллекция получается. Letter, да, письмо. Платье 149 евро, минус 30%. Такая футболочка, как была в таком лимонном цвете, тоже вставкой сзади на спине в белом цвете, 79 евро также и минус 30%. Такая блузочка 119 евро, рубашка, да, рубашка, блузочка. 149 евро, ой, 119 евро и минус 30%. Также здесь идут такие у нас, это у нас шортики. Тоже летний вариант такой. 89 евро и минус 30%. Минимум недели эта акция будет до воскресенья, минимум. Может быть продлят, может быть нет, тоже платье. 139 евро и минус 30%.
Так, вот такая есть простая футболочка. 79 евро. Чего она такая дорогая? И минус 30%. Вот такая блузка. 109 евро. И минус 30%. И также сюда можно подобрать такую юбочку. По цене 149 евро. И минус 30%. Не забываем. Дальше. Вся тоже эта коллекция Letter. Да, вот новая. Все это новое. Здесь тоже, кстати, вот новые пришли сумки, шоперы. Шопер 89 евро. Написано канва, но это все равно это не канва, это синтетика здесь идет у них. 89 евро и минус 30%. В светлом цвете тоже та же самая цена будет, 100%. Такая кроссбоди. Давайте посмотрим. Нейлон. На магните. Широкий плечевой ремешочек. Ну, где-то 149 евро. 149 евро и минус 30%. Так, это показали. Кеды. Ну, сейчас по обуви там отдельный будет стенд. 119 евро, кстати, и минус 30%. Все это новая коллекция. Повторюсь, новая коллекция. Кому что надо, пожалуйста, делайте скриншот, присылайте на WhatsApp. Все посмотрим, сделаем дополнительные фотографии, замеры. Кепки, бейсболки. Это женская коллекция. 39 евро и минус 30% будет. В черном цвете, в таком серо-голубом, по джинсу. Давайте ценник тоже посмотрим. 49 евро, чуть подороже. 49 евро и минус 30%, не забываем. Дальше, футболки из этой же коллекции. Граффити, коллекция граффити. 59 евро и минус 30%. Также есть вот под бейсболочку, да, тоже такая сумка, джинса, 59 евро. Граффити шопер и минус 30%, не забываем. Также свитшотик идет из этой же коллекции, граффити, 119 евро и минус 30%. Сделал даже лучше, чем было. Такое платье 99 евро. И минус 30%. Что здесь еще показать такого? Тоже есть в черном цвете. Также будет 99 и минус 30%. То есть такое пальтишко. Плащик 249 евро и минус 30%. Все это новая коллекция. Так, дальше идем. Идем дальше. Здесь классические футболки по 59 евро в черном и в белом цвете с Карлом. 59 евро и минус 30%. 30%. Свитшот, я думаю, 119 евро будет стоить. И минус, так, вот это на флисе идет, да, на флисе. Да, 119 евро, угадал. И минус 30%. Здесь тоже у нас платье. $249 евро. Такой тренч. Минус 30%, не забываем. Платье красивое, оранжевый цвет.
Еще бы цену узнать бы. Было вообще здорово. Цена есть 159 евро. И минус 30% этого платья. Кстати, вот есть манекены. Платье вот это 189 евро показано. Сумка 199 евро. Опять же, не забываем, что минус 30%. Кеды в черном цвете, так же как в белом, 119. И очки, видите, цена 109 евро. Ну и минус 30% от этой цены. И вот этот манекенчик, давайте его рассмотрим. Футболка 59 евро. Минус 30%. Джинсы 139 евро. Косуха, кожа натуральная, естественно, это 389 евро. 389 евро и минус 30%. И кеды вот эти с цветочками тут, что у нас там? 119 евро и минус 30%. Также здесь сумки 179 евро, минус 30%. Но мне кажется, это не кожа. Идем дальше. Здесь тоже есть все цены показаны. 179 евро. Вот эта сумка 179 евро. Давайте маленький кроссбоди посмотрим. Это 169 евро. И минус 30%. Такой цвет лайм. Так, ну давайте все-таки по цене. Цену перепроверим. Ну, а видите, перепроверили. 199 евро, а не 179 евро. 199 евро. Такая сумочка. Причем здесь есть вот вкладыш, да, такой центральный отдел. Так, ощущение, что похоже вообще на бутик. 199 евро. 199 евро и минус 30%. Кстати, вот платье еще есть. 159 евро. 159 евро и минус 30%. Такое платье есть. С такими вырезами. Цена вопроса 149 евро и минус 30%. Здесь тоже рубашка, блузочка. 129 евро и минус 30%. €59 футболка. Это вышивка. Кстати, вот тоже цвет такой лаймовый. 119 евро от толстовочки. И минус 30% свитшотик. В черном цвете такое удлиненное. €129. Идет как платье. 129 евро и минус 30%. Джинсы, мне кажется, это как на манекене. А нет, другие. Скини 99 евро и минус 30%. Чисто черный цвет. Футболка 59 евро также будет стоить. Да, 59 евро минус 30%. Такое платье. На манекене, которое было, да, 189 евро. В черном цвете свитшот 119 евро. Да, там он был. Да, 119 евро. Ну и косуха была на манекене, все та же самая цена. Здесь тоже цены, ну плюс-минус, да, там, видите, надо проверять все равно. 219 евро минус 30%. В белом цвете 199 евро. Да, то есть тут... Так, вот, кстати, платье красивое.
179 евро. Цена тоже красивая, на поясе. 179 евро. Короткие рукава. И минус 30%. И такой кардиганчик. 109 евро. 109 евро и минус 30%. Так, обувь. Ну, я думаю, да, это будет обувь потом. Все равно на общем стенде покажем. Потому что здесь даже ценника нет. Ладно. Обувь отдельно все покажем. Здесь, опять же, все это новая коллекция. Да, видите, вот такая вышивка. В прошлом году была с черным-белым. Классные, кстати, футболки. Очень многие покупали. 69 евро покажу. Даже рекомендую, опять же. У оператора такая же вот футболочка. И обувь. Но это все покажем потом. Свитшотик. 129 евро, плюс-минус. Угадал? 129 евро и минус 30%. Как эта коллекция называется? Сейчас посмотрим. Букли мульти. Такая же футболка, скорее всего, будет 69 евро. Да, 69 евро. Ну, видите, в принципе, 59 евро, 69 евро. И все это еще будет от этой цены минус 30%. Так, вот такая сумка. 169 евро. И минус 30%. Вот такой ободочек, кому надо. Сколько у нас будет? 39 евро. Так, здесь у нас идет пиджак, блейзер, цены нет, цена не указана, 259 евро, 259 евро и минус 30%, показываю вот. Также юбка, пожалуйста, можно собрать. 169 евро и минус 30% от этой цены. Кстати, вот такая еще есть. Наверное, тоже будет 69 евро такая футболка. Да, 69 евро. Футболка 69 евро. Дальше платье из этой же коллекции. Такое нарядное. Ценник где? Вот он. 259 евро. Стоило 400 с лишним. Стоило 429, сейчас 259 и минус 30% от этой цены. И вот такое. Ну, такое пальтишко, да? Пальто. 299 евро и минус 30%. Из этой же коллекции тут идет такая рубашечка. 149 евро. Очень легкая, кстати. 149 евро и минус 30%. Сумка также. Давайте цену посмотрим. Можно вообще собрать все. Весь лук будет из этой коллекции. 249 евро и минус 30%. Кстати, вот здесь тоже есть свитшот, 129 евро должна быть цена, да, 129 евро и минус 30%. Это, повторюсь, все женские модели. Футболки также будут 69 евро и минус 30%. Даже гадалки не надо ходить. 69 евро. Дальше. Сумки. 149 евро. И выше. Такой шопер, кстати, мне нравится. Очень. По цене. 129 евро. И минус 30%.
Так, идем дальше. Тоже новая коллекция. Все новое. Повторюсь. Опять же, акция действует минус 30%, очень хорошая цена. Что показать? Ну, давайте вот эти шортики покажем. Такие шортики по цене 79 евро и минус 30%. Также джинсы. €129 и минус 30%. Так, ну давайте такую сумочку. Это натуральная кожа, очень мягкая. Так, есть плечевой ремешок еще дополнительный, широкий, текстильный, повторюсь. €159 и минус 30%. Также, кстати, есть артист. €179. Рюкзак. И минус 30%. Такая стеганая, укороченная курточка. €229. И минус 30%. Что тут показать еще? Футболки. €69. И минус 30%. Такая рубашечка. €129 и минус 30%. Такая укороченная джинсовка. €169. €169 и минус 30%. И есть вот такая же стеганая из этой же коллекции. Удлиненная моделька по цене €279 и минус 30%. Так, здесь показали такие свитшоты. Я думаю, €119 будет. На флисе. Да, €119 и минус 30%. Так, здесь верхняя одежда. Очень похожа на бутиковую коллекцию, если честно. Я думаю, цена будет тоже такая космосная. €349. €349. И минус 30%. Рукава здесь, кстати, отстегиваются. Да, то есть вот будет такая жилетка. Все отстегивается, все красиво. Ну, модель такая очень-очень достойная. Дальше. Из этой же серии. Я думаю, даже 79, думаю, цена будет. Нет, 69 евро, кстати, нет, 69. Не угадал с ценой. €69 и минус 30%. Значит, что еще интересного здесь? Кара. Кара Карл. Тоже €69. Здесь модель интересная. Вот так. Можно вот так, капюшон. Ветровка, жилетка. Три в одном можно сделать. По цене. Тоже коллекция Кара.
Ну и где ценник? Вот он сзади. Все, нашел. 349 евро. Ну, ценник, конечно, космосный. 349 евро и минус 30%. Та же самая дверь. Юбка. Джинсовка. Опять же, верхняя надежда. Кому что надо будет, все покажем. Коллекция коктейль. Повторюсь, на нее, именно вот на эти модели, нет скидок. То есть здесь будет финальная цена. То есть очень-очень редко, когда на коллекцию коктейль бывает скидка. Очень редко. 59 евро. Киска вышита. Киску положим сюда. Все вместе. Свитшот из этой же коллекции. Коктейль. €119. И нет скидок. Именно на коллекцию коктейля. €119 – это финальная цена. Также в футболке будет €59. В черном цвете, так же, как и в белом, перепроверю. Да, €59. А, кстати, рюкзаки появились. Одно время они просто пропали во всех аутлетах. Снова привезли. Нейлон по цене €189. Дальше. Вот такой шарфик. €79. Состав. Кому интересно, сейчас скажу. Хлопок 35-27 вискоза, полиамид 8 шерсть и 3 кашемира. Как бы вот так это все. Такая поясная сумочка, женская. Это все женская модель. 119, наверное. Да, 119 евро угадал. Смотрите, что входит в минус 30. Вот такой шопер. Вот смотрите, их два шопера. Да, в черном и в таком болотном цвете. В черном не входит. 30% на нее не дополнительно. То есть в черном цвете будет стоить 59 евро. Но вот такой шопер в болотном цвете, в оливковом, как хотите назовите, 59 евро и минус 30%. И вот такой шопер, полностью текстильный, тоже в оливковом цвете, тоже будет минус 30%. 39 евро и минус 30%. Выходит там 31 евро 2 центов, если не ошибаюсь. А в черном цвете скидки не будет. То есть так и будет 39 евро. Это именно вот на оливковый такой цвет. Вот на эти шоперы скидка будет, что на красный, что на черный. То есть будет 79 евро и минус 30%. Черный сейчас покажем. Ручки здесь, скорее всего, кожа. Здесь эмблемка тоже. Погнали. И здесь вот еще два шопера. Здесь только стеганый. Фуксия цвет 129 евро. 129 евро минус 30%. И это из новой коллекции. Вот то, что показывали там. Сумки, юбки, платья. Тоже 129 евро и минус 30%. Идем дальше. Кепка из коллекции коктейль. 39 или 49 евро, скорее всего, должна стоить. 39 евро. Очень хорошая цена. 39 евро. Металлическая. Логотип металлический. 39 евро. Пока есть, их только привезли, потому что их разбирают просто в лед. 39 евро. Скидки, естественно, нет. Кстати, вот здесь будет скидка. Тоже все это вышивка. 49 евро. И минус 30% от этой цены. Здесь у нас есть панамки. 49 евро. Это, будет минус 30%, потому что это коллекция не коктейль. Кстати, есть вот такая панамка.
49 евро. 49 евро. Здесь есть вот такая панамка у нас. Тоже все это вышито. По цене 49 евро. И минус 30%. И вот такая есть у меня. Все, даже это завязать можно. А-ля 20-й прошлого века. Так, это показали. Здесь, кстати, смотрите, есть кейс для айподсов. Это коллекция коктейль. 29 евро. Вообще смешная цена. Скидки не будет. А есть вот такая. 19 евро. И минус 30%. Вообще смешная цена. Так, смотрите, есть чехлы для iPhone 13 появились. Есть... А, цену не сказал, да? По 35 евро. Карл из бутиковой коллекции. 29 евро. Смотрите, расскажу вам, как определить, бутиковой коллекции или нет коллекции коктейль. Когда у Карла голова такая вот не скошенная, полукруглая, это бутик. А если вот такая голова, видите, то это коллекция аутлет. Видите разницу? То есть это аутлет, это бутик. Ну и также вот как вот все вот эти модели. Вот видите, то есть голова чутка скошенная. Как бы прямая, да, то есть не полукруглая, скажем так. Причем, смотрите, здесь, видите, водичка. Воздух, то есть внутри наполнен водичкой. То есть, ну, вообще, козырный. iPhone 12 mini. Ну, 29 евро, ё-моё. Так, еще давайте посмотрим. 11-й есть чехлы. Чехлы есть 11-й. 11 XR, 39 евро, 39 евро, 12 мини, что еще тут есть, 11, вот смотрите, вот такой есть, причем есть на шнурочке, 29 евро, это коллекция коктейль. Так, кому надо, опять же, все вопросы на WhatsApp, что здесь еще интересного есть. Носочки, кстати. 39 евро. Хлопок, полиамид, 2 эластана. Хлопок 30, 70%, полиамида 28. 39 евро. Вот видите, тоже панамки. Это коктейль. Но скидки не будет. 49 евро. Кстати, есть зонтики. 39 евро. Коллекция коктейль. А на эту коллекцию будет скидка минус 30%. 39 евро, минус 30%. Ну все, идем к обуви. Давно шли, наконец-то дошли. Это женская модель, женская модель, да? Опять же, на коллекцию коктейль нет скидок, но есть исключение из правил. Вот на эту модель будет минус 30%. Повторюсь, обувь очень классная. То есть, что вот эта модель, что вот эта модель. Оператор, покажите вашу обувь. Вот, посмотрите. То есть классные, неубиваемые, ноги не устают. Посмотрите, вот у продавцов, вот просто у всех продавцов. Вот. Они 8 часов на ногах. Ближе, ближе. То есть они все носят их. Они бегут, боятся. Все носят по 8 часов. По 8 часов и ноги не устают. Так, все показываем свои ноги. Вот тоже молодой человек. Видите, всем весело. Тоже молодого человека. Обувь тоже из этой же коллекции. Классный, повторюсь. То есть, ну, бомба. У всех, у девочек, у мальчиков. То есть, ну, реально. У меня тоже есть, у меня только вот такая модель. Кто видел предыдущий видеообзор и также из Карла, у меня вот такая модель. Причем на эту модель
139 евро будет скидка. Ая, este ai discount de 30, sí? Este intro. Ah, solo negro. Ah, solo este. Ah, solo este. Pero este no? А, говорят, что не входит. То есть, ну, я покупал за 139 евро. Ладно. Пошли по обуви. Рекомендую, повторюсь, обувь классная. Супер, просто супер. Ну, супруги и в черном, и в белом цвете такая модель. 149 евро. 149 евро на эту модель, повторюсь, скидка будет, но здесь они более чуть утяжеленные за счет подошвы этой. 169 евро. И минус 30%. На эту модель будет минус 30%. Вот на эту модель тоже сделаю 30%, но остался только 41 размер. То есть она будет 149 евро и минус 30%. Очень легкий, повторюсь, что эта модель, что у всех продавцов. То есть это вот именно вот эти модели. 100, сколько я уже забыл? 149, да? Минус 30%. Дальше. 129 евро. Это женская модель. То же самое и мужская. У меня вот то же самое, только как бы, ну, большой размер идет. И мужская почему-то дороже стоит, 139 евро. Женский 129 евро. Естественно, это финальная цена. В черном цвете также 129 евро. Эти будут минус 30%. Что фуксия, 149 да? евро. Что золотой пяточкой и золотыми буквами 149 евро. Будет минус 30%. Новые кроссовки, кстати. Их не было. 199 евро. Кожа и текстиль. Все это кожа, текстиль. 199 евро. Будет минус 30%. Кеды показывали 119 евро. Да, минус 30%. Эти тоже 119 евро. Кеды, текстиль, ставки из кожи. Так, эспадрильи 99 евро. И будет минус 30%. 89 евро, минус 30%. Здесь у нас, сколько будет, 159 евро. Все это, естественно, натуральная кожа, то, что показываем, да? Это натуральная кожа, но чуть-чуть потяжелее. Вот такая моделька. 179 евро. Так, тапочки. 69 евро. Это коллекция коктейль, скидки не будет. Это коллекция граффити, если не ошибаюсь. Да, граффити, 69 евро и будет минус 30%. Это женская, и вот этот стенд еще покажем, женский. Так, давайте. Такие сандалии. 119 евро. Натуральная кожа. Минус 30% от этой цены. Будет еще скидка. Такая моделька, кстати, подошва как у кроссовок, 119 евро. Ну, тоже кожа. И минус 30%. В белом цвете 139 евро. И будет минус 30%, потому что эта коллекция не коктейль. Здесь 129 евро, очень легкий, кстати. Очень легкий. Минус 30%. 99 евро и минус 30%. Это натуральная кожа и естественно. Такая моделька 149 евро и минус 30%. Так, здесь такие лоферы у нас 139, натуральная кожа. 35 размер точно есть. Получается 139 евро и минус 30%. Здесь у нас 149 евро. 149 эти. 139 евро. Тоже все это натуральная кожа. Это как в белом цвете. 149 евро. Так, и здесь у нас получается... Сандали по 79 евро. 79 евро, натуральная кожа и минус 30%. И в черном цвете также будет. Так, ну здесь сумки. Опять же, кому что надо, делайте, пожалуйста, скриншот.
приедем завтра, послезавтра, сделаем фотографию, уточним по цене. И мужские модели. Повторюсь, у меня вот такая моделька. Осень, весну протаскал просто супер. В дождь. Вообще классно. 139 евро. Скидки не будет. Вот на эту модель будет скидка. Ну, опять здесь подошва более тяжелая такая. 159 евро и минус 30%. Ну, тоже, естественно, это натуральная кожа. 149 евро и минус 30%. Очень легкий. Это теперь пошли уже мужские модельки. Также 149 евро. Модель Capri Cocktail Men. Мужские, то есть. То же самое, как у женских. Женские красоты, то же самое. Легкие. Натуральная кожа. 139 евро. Скидки не будет, потому что коллекция коктейль. Так, мужские сандалии. 129 евро. Минус 30%, не забываем. Эспадрильи. 99 евро, минус 30%. И вот такие сланцы у нас. 79 евро. И минус 30%. Здесь футболки, кстати. Карл Лагерфельд. Париж. Такая прорезиненная надпись. По цене, сейчас скажу вам, 79 евро и минус 30%. Так, сейчас повторюсь. Пропустил. Мужские модели пошли. 129. Свитшот такой 129 евро и минус 30%. Так, джинсы. Мужские. Тоже 100 с лишним. 129 евро и минус 30%. Ветровки. Кстати, смотрите, какая ветровочка. С капюшоном. Очень красивый цвет. Нереально красивый. Сочетание. Яркость. Ну, 179 евро. Такая ветровочка. И минус 30% от этой цены. От этой цены. Так, футболки, кстати, есть в белом цвете, есть в черном. 59 евро. 59 евро и минус 30%. Так, это мы показали. Так. Плавательные шорты мужские, 55 евро. Коллекция коктейль. Так, отвлекают меня продавцы. Так. 55 евро тоже. 55 евро. И минус 30%, повторюсь. Вот здесь будет. На коллекцию коктейль не будет, здесь будет. Ух ты, смотрите, какая. Бутиковая коллекция. 49 евро. И минус 30% еще. Так, здесь футболки. Получается, ну вот, классические футболки. По цене 59 евро. 59 евро в черном и в белом цвете. Это все мужские футболочки. 59 евро и минус 30%. Не забываем. Кстати, кепки. Тоже из бутиковой коллекции. Это идет бутик, мужская. 49 евро и минус 30%. Посмотри на себя красиво. Не, отлично, я считаю. Надо взять. Тем более такая цена. 49 евро минус 30%. Дальше. Свитшот. Ты. Нет, это худи. Это идет худи. В
По цене, цены нет. Хлопок показано 100%. Сейчас посмотрим в черном цвете. €129 и минус 30%. Ну, в белом цвете такая же цена будет. €129 и минус 30%. Футболки три цвета. Белый, оливковый и черный. Здесь идет вышивка. По цене €69. И внизу футболки здесь с карманами. Кармашек впереди по цене 69, я думаю. Да, €69. Оливковый и черный цвет. Здесь футболки. €69. Давайте вот этот свитшот посмотрим. Ну, я думаю, €129 мужской будет свитшот. Не оверсайз, нормальный, классический. Нет, €119. €119 и минус 30%. Поло. 100% хлопок. €69. И минус 30%. Ну, неплохая цена, кстати. Там €48 выходит с копейками, да? В белом цвете такая же моделька. Также €69, минус 30%. Есть рюкзак. Нейлоновый. Ценник. Ценника не видно. Ладно, кому надо, будет уточним. По цене нет цены. Может, здесь есть. Нет, тоже нет здесь ценника. Нет цены. Ладно. Уточним. Дальше. Такая джинсовка. €169. И минус 30%. Все это мужские модели пошли. Вернее, завершаются мужские. Тоже футболка. Это все прорезиненное такое. Буквы все. €79. И минус 30%. Тоже это бутиковая коллекция. Так, это коллекция Outlet Graffiti. €69. И минус 30%. Ну, то же самое, как и женские были. Только женские были по €59, чуть подешевле они. Такая футболка. Что за размер? Размер Элька. €59. €59 и минус 30%. Вот такое поло. €79. И минус 30%. Так, что еще тут показать вам? Так, лонгслив. Все это новая коллекция, повторюсь, размеры есть. €69 и минус 30%. Так, лонгслив. Лонгслив, свитшот это. Толстовочка. По цене €119. И минус 30%, не забываем. €119 тоже. И минус 30%. Здесь также коллекция граффити. Давайте. Ну, то же самое, как в женском, да, был свитшот. Но это на €10, думаю, будет подороже. €129 плюс-минус. Да, €129 и минус 30%. Также футболки по €69. Футболки по €69. Шорты. Мужские
99 хлопок, 1 эластан по цене 89 евро. 89 евро и минус 30%. Это тоже свитшот. 129 евро, минус 30%. А, кепку еще не показали. А, вот здесь еще давайте посмотрим. Тоже мужские кепки в красном и в черном цвете. По цене 49 евро и минус 30%. Там мне черная другая больше понравилась, честно говоря. Это я уже мерил раньше. Футболки. 59 евро и минус 30%. Что это? Что это? Давайте вот такое поло. Такая кофта. Поло, да, это поло. Очень приятное. 99 евро. 99 евро. И минус 30% от этой цены. Так, положим красиво. Думаю, такая же цена будет. Здесь идет вышивка. Цвет очень красиво, нежный такой. 99 евро. Также минус 30%. И это у нас свитшот. Такого не показывали. 119 евро, я думаю. Да, 119 евро. И вот еще коллекция коктейль. Там футболки. Мужские, опять же. Футболки. Ну, давайте вот снизу покажем. Это мужские футболки. По цене 59 евро. Естественно, это финальная цена. Скидки не будет. 59 евро. В белом цвете. Ну, вот что-то мало размеров осталось, только М-ка лежит. И здесь... Также будет 59 евро. Да, 59 евро в черном цвете, но они есть. Размеры есть. Ну, коллекция коктейлей, она всегда популярная. Всегда многие их берут. То есть, ну, всегда актуально. Свитшот. Давайте сразу же свитшот. Думаю, будет где-то 119-129 евро. А чтобы не гадать, посмотрим. 119 евро. 119 евро. Такой же свитшотик черный. Коллекция коктейль. 119 евро тоже. 119 евро. Так, потом свернем, положим аккуратненько. Футболки. Здесь идет нашивочка. 59 евро. 59 евро. В белом цвете также будет та же самая футболка. И давайте поло посмотрим. По цене. Цены здесь нет. Цены здесь нет. Но давайте черную откроем и посмотрим цену в черном цвете. Вот так, это черное поло. И цена 69 евро. Ну, в принципе, все показали. Все показали. Да, если кому-то что-то надо, присылайте, пожалуйста, свои запросы на WhatsApp. +34 633 644 944. Всем ответим, замеры сделаем. Доставка есть во все страны СНГ. Всем спасибо. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. До свидания.